Давай, мотор, запись. Вадя. Ау. О, Яр, опять какая-то машину палишь. Кажется, новый сюжет такой, бац, ты знаешь, ходит, бац, появляется. Ну расскажи, что происходит. Ну и скажи честно, попросили переобуть мажи колеса. А поскольку мы на Шкоде снимали, то что нам, не снимать, что ли, раз колеса меняем? Поэтому снимаем. Где мы были сегодня, Вадь? Какое видение? В магазине, твой дом. Так, сделай чуть потише, Вадь. Так, что твой дом? Вот, ну мы встретились, пытались встретиться, точнее, с директором. Он был на совещании, долго у него было совещание, мы ждали. Ну вот, потом он пришел, точнее, я его заметил, я его поймал. И говорю, ну что, когда там? Вроде договаривались после 12 и все такое. Вот у меня было совещание, потом я пошел кушать. Ну, не надо это выкладывать. Ну, начинаем. Давай дубль два. Да, дубль два. В общем, он сказал... Ярослав Старухин терпеливо ждал и камеру не доставал. Не доставал камеру, не было разрешения, чтобы достать камеру. Холостой прогон, вызов, холостой вызов. Да-да-да, нас пытались вести с девочкой, которая занимается интернет-магазином, на который подкреплен как бы сайт, да, ответственность за сайт, чтобы разместить, ну, уточнить вообще, как разместить корректно, да, на сайте уже сразу, да. То есть устаканить эти вопросы. Вот, у нас не получилось, потому что у этой девочки, женщины, девушки, не знаю, специалисты. Специалисты, да, назовем ее так. Произошел форс-мажор, она уехала еще до того, как мы появились. Ну, там, ну, в общем, да. Вот, что-то у нее случилось, она уехала, мы не смогли с ней встретиться. Но, как бы, получилось обменяться телефонами. Вот, она позвонила Ярославу. И теперь вступайте, Ярослав. Так. Я думал, ты расскажешь, а мне по-новому рассказать. Неожиданно. По накатанной. А? По накатанной. По накатанной? Да. Да нет, нет того задора и огня. Потому что проговорено, диктофонная запись есть, дословно. Так, а как нам лучше туда проехать? Важна с нижним... с нижестоящим управленческим звеном встречаться нужно после того, как будет согласование, что генеральный встречается в прямом эфире, и с этого начинается история. Алло. Да, сейчас выведу в эфир. Да, работает камера, сюжет снимаем, рассказываю, какие новости. Мы как раз втроем. Василий и Вадим. Алло. Это, я понял. Так. Первое. Со мной связался некий Станислав Федулов из Royal Group, советник генерального директора, ну вот этого, которому письмо отправили через Тараса Артема. Вот. И что хочешь? Он попросил информацию все по фестивалю и спрашивал, как они могут нам помочь. Вот. Рояль, нужен рояль. Блин. Я тебе говорю, наличие одного рояля вытянет все. У меня есть специалист, который сможет, сколько нужно часов, столько и будет исполнять, если произойдет форс-мажор или сбой по всем остальным пунктам. Но вот если они хотят, вот чем помочь? Баннерные стойки. Вот баннер мы распечатаем, нужны баннерные стойки. Листовки, майки, сувенирка. Потому что все остальное может быть размещено в интернете, можно бумагу не портить. Но баннеры, рассказывающие о чем, как. Ну, в принципе, и газета. И оформить подписку на интернет-газету или на листовую газету, которая начинает выходить. То есть вот, выбирай сколько хочешь пунктов, столько себе выбирай. Чем помочь?
Но поскольку определиться им может быть сложно, вот ученых надо доставить, как минимум 5 человек нужно обеспечить машинами. Вот Мельниченко надо везти из Чехова, это дорого будет стоить, там, 1003, наверное, в один конец. А может быть и дороже, надо посмотреть. То есть этот сюжет будет выложен в сети, это и для всех остальных, как бы, парни, давайте определимся, что помочь. На 3 копейки или чего? Вот 60 тысяч рублей это вот только чай, кофе, легкие бутербродики на 60 человек. Ну чего тут? И так по каждой позиции. Помещение очень маленькое. Но очень символично, потому что нужно делать именно съемки и проведение. Это же фестиваль. Поскольку оказались в таких условиях, то у нас и демонстрации, и выступления, и рояль. Все размещено на одной площадке, но представляет одну общую единую композицию. Ну и дальше можно развить как угодно это. Но рояль – это очень красиво. Поднятая крышка рояля. Нет для рояля в этом помещении. Алекс. У нас людей-то там некуда будет. Ну, реально, то есть так. Алекс. Да. Умоляю тебя, пожалуйста, очень сложно постоянно преодолевать вихрение. Я тебе говорю, я слов. Мое мнение, что рояль туда не влезет. Вот все, вот как бы это мое мнение. Рояль будет на сцене. На сцену... Рояль себе очень большой. У нас на сцене будут выступающие. Какие рояли? Помещение реально маленькое. Хорошо, да, пианино. Там пианино есть, оно расстроенное и, в общем, нерабочее. Пианино. Но то, что ты сейчас делаешь, я тебе говорю, ты отвечаешь за площадку. Давай ты ведущий фестиваля. Мне постоянно приходится спорить. Ты думаешь, найдется 1000 желающих, которые припрут рояль? Я тебя не слышу. В общем, тендер. Объявляется тендер на поиск рояля. Рояли могут быть небольшого формата, чтобы в маленьком помещении не занимать много места. А Циковский Владимир Акимович умеет музицировать. Я считал бы за великую честь послушать исполнение Владимира Акимовича, пусть это не академически правильное, выстроенное без опинок. И Владимир Акимович, играющий на рояле в стенах Общественной палаты, но это одно из тех действий, ради которых я живу. Вот я с удовольствием хотел бы увидеть эту и заснять на видео эту картину. И от того, что там мало места, и именно поэтому рояль туда не надо размещать, для меня это не аргумент. Значит, 5 человек будут смотреть фестиваль в прямой интернет-трансляции или потом на записи. Мне позвонил человек, он подтвердил, что он академически владеет пианино-роялем и сможет музыкально поддержать. Я хочу поехать. Могу дать небольшую справку. Когда я женился, в моей биографии... Ты делал репост. Ты писал, я уже видел. Что писал? Ну, про этого человека. Сюжет был. Прекрасно. Я когда женился, то у меня было несколько часов всего лишь в Питере. И когда у нас происходило бракосочетание и торжественный обед, то мы пригласили молодого человека, и он музицировал на рояле. Это было очень прекрасно. То есть человек, музицирующий на рояле, может предложить аудитории интересное времяпрепровождение. Потому что научные доклады могут быть не длительными, но несколько суховатыми. И музыка
музыке отдается время, чтобы сохранить со зрителем положительную обратную связь. И в начале, его же можно много, там в начале, в середине, в конце. И в середине у нас выступления других людей, если они заявятся, в этот день прибудут. Так что давайте посмотрим обратную связь, будет от кого-то рояль или нет. Ну это же так просто. Не вопрос. К Черкассу, вот ты когда едешь к Черкассу? Завтра вечером. Ну ладно, хорошо. Ты один поедешь? Ну да, что, я же там останусь с ночёркой. Татьяну не хочешь взять, Светлову? Ну она там ночевать же не будет. Вот. А почему нет? Ну, потому что, ну я не знаю, я просто не договаривался насчет нее. И не знаю, видишь, как бы у меня там есть место, где, ну, комнату мне выделили. А Таня-то куда? Ну, ты можешь ей уступить кровать, а сам разместиться на туристическом коврике в спальнике, ну, как минимум. Подожди, мы разговаривали, что там начинает жить и трудиться энное количество людей, которым предоставляется проживание. Пересмотри ролики, пожалуйста, и что произошло, что изменилось с того момента, как мы об этом договорились. Ничего не изменилось, просто ну, у меня сейчас там куча задач, которые мне нужно выполнять. Сейчас еще брать ответственность еще за одного человека туда брать, и я не знаю. С Черкассом куча вопросов, которые надо решить. И что, вот еще раз говорить, вот еще Таня есть, и ее надо куда-то устроить, вот, ну просто мне некогда этим заниматься. Не, вообще-то речь идет о штабе подготовки и проведения фестиваля. Я не понимаю, когда ты таким образом классифицируешь события и происходящее, ты обнуляешь мою работу. Потому что я провожу переговоры, о чем-то договариваюсь. Ты туда заезжаешь, и как ответственное лицо под твою ответственность заселяются те или иные люди. Либо ты берешь... Да это... некуда там заселять, некуда. Там из 50... Ну что? Ну, некуда, понимаешь... Там номера все свободные, там нету загрузки. Это ничего не значит. Номера не будет давать Черкассов. Не будет. Почему? Ну, потому что это экономически невыгодно. Я что так говорю. Ну хорошо, но мы же об этом разговаривали, договаривались. Тогда получается он, ну как бы... Нет, он на мероприятии предоставит номер. Он про мероприятие сказал, все нормально. Какие штабы? Про штабы это говорила Владушка, и все, что она говорила, он перечеркнул полностью. Угу. Нет, ну тоже как бы удобно. Мы не вели с ним переговоры, понимаешь? Про штаб вели переговоры, вела переговоры Владушка, и он с ней все отношения прекратил. Да при чем тут Владушка отношения, когда... ну... Потому что штаб был изначально от нее не заявлен. Ну хорошо, понимаешь? Скажи, что это глобальная волна, она транслировала через себя идеи, как бы, и вот думала так подать. Но межличностно у них не прошло. Ну, я понимаю, это можно обсудить, но не вот так спонтанно взять и привезти сразу к Дане туда. Ну хорошо, я тебе говорю, штаб подготовки фестиваля и Татьяна, ну просто человек, который... Ну ладно, хорошо. Просто, понимаешь, есть определенные сложности общения с таким человеком, понимаешь, и вот я вот сейчас не могу просто понабрать всяких «хочу-хочу» от себя и на него вывалить, понимаешь? Я понял, просто мы об этом с ним разговаривали, да, там присутствовала Лада, но я не знал, что все, что, о чем мы с ним отдельно он разговаривали... Он вообще думал, что мы вся ее команда, вся. И она у нас только... Понимаешь, изначально вообще, что он думал, когда я с ним разговаривал последний раз. Ну, вот хорошо, а ты ему не объяснил как-то по-другому? Объяснил, конечно. Ну?
То есть мне нужно с ним опять встречаться и по новой все разговаривать? Ну, конечно, он не слушал ни тебя, ни меня, он слушал ее все время, потому что он думал, что она на шоколадке. Это он тебе сказал, или ты так думаешь? О том, что он считал, что она наш руководитель, это я тебе говорю. Ну, хорошо, хорошо, что ты это сказал. Что это ты так думаешь? А я же могу по-другому думать. Нет, нет, он мне сказал, блин, я тебе перефразирую его слова. Ага. Ну ладно, хорошо. Придется опять нам все с нуля начинать. Ну вот. Поэтому я говорю, то есть как бы там непрогретый человек по теме глобальной волны вообще. То есть, знаешь, я планировал как бы вот завтра поговорить про, немного по этой теме, потом еще попозже, то есть, понимаешь? Ладно, хорошо. Когда газета будет? Что? Кто? В печать газету такси, когда отдаем? Ну, как утвердим, так отдать. А? Я завтра его везу уже. Ты ему завтра уже везешь, и он отдает в печать, да? Нет, сначала я тебе ее скину завтра, сегодня утром. Так. Я достал утром. Вот, ты ее утверждаешь, там переделаем, доделываем. Вот, к вечеру, чтобы она была утвержденная, я везу к нему, он смотрит, я даю печать, все. Но у меня времени не остается ни корректировать, ничего. В принципе, как бы это по формальному признаку мне на утверждение. Но проверить ошибки, ну, и все. Ну, посмотри, чтобы все было актуально, вот и все. Да, хорошо. Ладно, добро. Ну вот, потом... Чизганов с ним связывался. Он тебе звонил, нет? Нет, Чизганов не звонил, а что? Ну вот, он спрашивал, чем он может быть полезен. Вот, я с ним поговорил насчет техники. Он сказал, что у него есть человек, который может все снимать для трансляции. То есть на профессиональное оборудование в течение всего дня, на халяву. Там, пусть приезжают, делают параллельную трансляцию. Пусть приезжают, делают параллельную трансляцию. А, в смысле параллельную? Ну, они могут... Ну, я буду вещать со своего оборудования, они будут вещать со своего оборудования. А зачем? Ну, хорошо. Просто я не знаю, как они вещают. Почему мы будем людей разгонять по двум каналам? Ну хорошо, тогда значит они войдут с моего домена и будет идти трансляция там, где качество. Ну конечно, да. Хорошо, добро. Ну, в общем, тогда все. Там английский текст. Необъяснимо, как летает вертолет. На стене выложен английский текст. Обращение сообщества «Глобальная волна» на русском тексте, и там есть же английский перевод. Нету. На стене у тебя? А? На тебе, у тебя на стене? У меня на стене, да. Нету. Ну, смотри, вчера или позавчера. А, сейчас. Ну, где-то 4. И так, куда его? А, все вижу. Угу. Для трансляции? Что, запись идет, да? Я говорю, для трансляции? Для трансляции, для анонсов, для размещения на сайте или где-то. Но ссылки где-то надо указать, разместить. Ну иначе работы выполнены, иначе это что, никому не нужно? Мы же должны хоть на английском языке, я не прошу на китайском пока или еще на каком-то. Вот сделали английскую версию, надо донести до потенциального заинтересованного человека. Хорошо. Ну все, добро, давай, до связи, спасибо. Ага, пока. Пока. Вадим, вот это вот продолжается сюжет, это то, что и происходит в том числе в том месте, где вот открывается студия «Дежурный по планете». И та компания, которая предоставляет место для центр коммуникации, да? Реализации подобного
элементы социального элемента, социального конструирования получает, естественно, и финансовую прибыль. Потому что место посещаемо, информация о месте цитируема. Ну, то есть тут плюсы и коммерческие, и социальные. Понимаешь? Всем будет хорошо. Да, конечно, да. Это вообще универсальный просто вариант. И они здесь ни при чем, как бы они получили предложение от видеоблогера, а все. Бля, репортер, ну ладно. Такой эксперимент, да. Собственно, эксперимент, если говорить людям интересно, а что, ну почему вот вообще ничего не теряете, наоборот, на жизнь теряете. Да все в плюс пойдет. Вообще все. Даже если что-то не получится. Да, 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 выполняю. Ну, давай не будем. Интересных людей намного больше. Показывают каких-то отдельных просто личностей. Вот, да. Нужно показывать всех. Иди, открой окно, пожалуйста. Дворники неправильно сбалансированы, отработаны не тот режим. А можно? Не может. Там направо нельзя будет повернуть. Ну, ага, да ладно. Mm-hmm. То есть надо там захватывать, тот поворот не видно. Да, как-то сверху. Ну, хорошо, да. Хорошо. Двадцать две минуты сюжет идет. Здесь надо было? Точнее. Тут платный парковочек. Московский паркинг. Тебе где это? Да, мы там повернем немножко. Еще переход. Почему женщины собираются перейти? Ух ты, какой поток. Ну что, стоп снято пока? Ну а конечно, а что ты хотел услышать? Или снег? Как в ФМС, а ты сходи. ФМС уже снимали. Кстати, немало просмотров. Не, вот я здесь за ним встану, там где обычно.